чем можем, хотели помочь. Спасибо. Работу пока не могу пообещать, прям что работу какую-то, но... Немножко... Вы не обязаны. Нет, просто... У меня первый раз такой период. Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья. Третий мешочек есть. Вау. Очень... Спасибо огромное. Мы понимаем, насколько это сложно. Без работы остаться, и когда лишняя копеечка все до нашей. Вот еще раз. Вы работали, почему потеряли? Из-за короны? Да. Это получается, как через комиссию без работы. Ну да. Я удаленно еще поработала. С 1 июля я не работала. А вы здесь одна? Да. Вы живете где-то здесь, наверное, да? Да. Еще город тут. Да, прилично. 15. Спускаться. Да, донесу, конечно. Спасибо огромное. Мы будем иметь в виду, с чем-то, может быть, какая-то идея придет, какой-то. Да. Здорово, что вы улыбаетесь. В такой жесткой ситуации, если нет радости. А что делать? Это по-хорошему. Спасибо, что спустились с ваших гор. Вам спасибо. Рады помочь, как, чем можем. Дай Бог, чем мы сможем еще побольше помочь. Да.